Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь ошибку. Всем привет. Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Uncharted, четвертую часть. Мы оказались с вами в логове пиратов. И мы продолжаем, собственно, искать пиратское сокровище грандиозное. То самое, что пираты скинули в одну кучку и сделали его общим. Вот. Мы постоянно с вами сражались тут во всякую такую вот фигню. Постоянно на нас нападали всякие наемники, но мы справились, мы использовали стелс, но стелс у нас то удавался, то не удавался. И, собственно, теперь мы с вами здесь. Я забегала сюда проверить, нет ли здесь каких-нибудь блестяшек. Возможно, блестяшка есть где-нибудь вот с той стороны, потому что здесь, видите, такая вот дырочка между вот этими вот сводами, или как это можно обозвать-то, даже не знаю. Поэтому думаю, что надо обязательно чекнуть, потому что я люблю собирать в Uncharted всякие блестяшки, потому что мне нравится. И тут не пройти. Нет, вот смотрите, блестяшка. Еще одна ваза. Боже, у меня прям набор каких-то ваз на любой цвет и вкус. Чувствую себя старой бабушкой, которая, знаешь, коллекционирует вазы. Ух, кстати, звучит прикольно. В старости буду коллекционировать вазы. Ладно, если что, я шучу. С вас, как всегда, лайк, подписка на каналчик. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. А я желаю вам приятного просмотра и хорошего времяпровождения. Если вы лежите в кроватке, то хорошо вам полежать или уснуть. А если вы пьете чай или что-то кушаете, то приятного аппетита и приятного чаепития. Вот. Мы с вами интеллигентные люди. Друг друга поддерживаем. Ой, тут была прям настоящая бойня у них. Слушай, походу, все из-за сокровищ. Я тебе отвечаю, вот все, наверное, было так. Приехали одни пираты. Господи. Сложили в одну кучу свои сокровища. А потом пришел какой-то пират, или который наврал, что он вписывается во всю эту штуку, либо которого в эту штуку не взяли, и он обиделся. И у них началась драка века. Понимаешь? Найти союзника. Сейчас, подожди, союзник, сейчас поговорим с тобой, подожди, сейчас иду. То есть колонисты против солдат. И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровище. Да. Да, надеюсь, им это не удалось. Да. Вот и спрашивается, да? Сделали вы себе такую штуку, а не кто-то узнал, пришел за вами и нарушил вашу прекрасную идиллию. Не давали людям, да, пожить спокойно. Надо же тоже нажиться. Вот самому чистыми нельзя заработать. Ну как чистыми? Пираты же тоже, они не чистыми это все зарабатывают. Ну как бы позволили бы людям тут жить. Что, надо было, что ли, обязательно всех в кашу превращать или что? Тоже такого не понимаю. Ну, блин. Тут нет никаких блестяшек. А я так надеялась, что тут будут какие-то блестяшки. А блестяшек, увы, нет. Ну, зато мы нашли сегодня вазу. Настоящую бабушкину антикварную вазу. Ого, вроде ничего не блестит. Впечатляет. Красиво. Их все, главное, стоит столько лет. Дернем за рычаг. И он сейчас, прикинь, в руках останется. Блин, красиво. Прикиньте, отреставрировать и водить сюда какие-нибудь дорогостоящие экскурсии, да. Туры. Вообще, можно обогатиться на этом месте. Типа пиратство. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Воры Либерталии, это про нас прям. Значит, реально кто-то сюда пришел, кому не сделал. Пусто. Вряд ли бы я нашла золото всех пиратов, которые объединились в коммуну. Вор. Это кто такой? Ну, это 100% какой-то пират, который разобиделся, что его не взяли. Вот гадалки не ходи. Так и было. Я тебе отвечаю. Вот я чувствую. Жопу на это все.
Я так понимаю, нам сейчас нужно будет прыгать по шкафам. Погнали. Правда, куда? Допрыгну, нет? На цепь? Нет? Ну, я помню, что когда вот я много лет назад играла в эту часть... А, смотри, у них у всех написано, что они воры. Воры, 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 воры. Короче, они обидели кого-то очень сильно. Я не понимаю, куда тут идти-то. Вот еще один. Что тут произошло? Может быть, они типа объединились и обворовали казну, когда всю собрали. Эй, Нейт, посмотри. Чего? На что? Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета. Все эти пустые полки. Оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось? Кто-то спер. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Я думаю, пираты. Не. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери. Тью. Основатели Либерталии. И везде написано вор. Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта. Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, окей. Полезем на сторожевую башню. Осмотримся. Новый Девон, мы идем. И как бы нам наверх забраться? Ничего себе сныкали. Ну смотри, я вижу цепь. Наверняка как-то через цепь. Просто до нее нужно как-то допрыгнуть, и я не понимаю, как. Ну да. Блин, ты сегодня полезнее, чем я. Где ты? Ты где? Так, готов? А, там была дверь? Нет, цепь. Так, шагнули. Второй. Поднять люстру. Да, я так и знала, что так надо. Ты удивлен? Прими комплимент. Я так и знала, что 100% там не просто так висела вот эта вот цепочка, не просто так здесь повалены шкафы. Это все вот так вот и надо было. Ой. И теперь вот на вот эту цепочку. И раз. Я Тарзан. Оп. Вот так вот. Да. А ты что думал, кто я? Картина-то выдержит? Прости, Кондент. Блин, они, наверное, дофига весят, что? Кстати. Ты наступил на Болдрин. О, и правда. А вот и мы. Поднялись на самый верх. А куда нам теперь? Братик, что, выше, что ли? О,
все выше и выше, мы лезли по крыше. Пошли наверх. А подожди, а если я схожу вниз? Эй-эй-эй, сейчас сглазишь. Тогда наверх, внизу ничего нет. Думала, может быть, что-нибудь я там найду? Интересненько. Подожди. Вот сюда, наверх. О. Опс, рано радовался. Я же говорил. И что, нам нужно за нее зацепиться? Нейт, видишь башню? Конечно. Угу. Так, поднимаемся. Мы поднимаемся. Эй, Сэм! Да! Все выше и выше. Не разбился ли ты нас? Мы почти дошли. Да. Он просто в восторге. Ну, капец. Так. Куда дальше? Не-не-не-не-не. Конечно. Куда? Как? А, давай. Я просто... У меня что-то не срабатывает. Во, сработало наконец-то. Оказывается, здесь был вот такой вот проход. Готов. Видишь, как? Сейчас. Давай. Кто-то нашел. Поберегись. Я отошел. Чтоб ты меня не придавил. Блин, а может быть проверим этот сундук? Может быть, в нем что-нибудь лежит? Какой-нибудь сокровищ? Какие-нибудь золотые кубки, может быть? Серебряные даже, если тоже. Ух, какая там пещера страшная. Вот это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Блин, далеко пердёхать. Ну что, пойдем грабить награбленное? Блин, красивый вид. Внизу можно пройти? Жаль, я с женой поругался. Так бы ей фоточку бы прислал. Пошли. Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Какая гора. Пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Ой! Ты живой? Ну куда ты, ё-моё? Ну началось в колхозе утро, ну... Ой. Беги ты, господи. Твою налево. Ну за что? Я поняла. Ну куда ты прыгнул-то? Ну что это такое? Ну Нейтан. Куда ты внизу? Куда ты внизу? Ой, тут все через жопу, братан. Куда? Я понимаю. Куда, вон туда? Давай, 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 нормально, 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 нормально. Я просто не помню, куда идти и как идти. В общем, спускаемся вниз. Ой, ё-моё, нихера себе меня откинуло взрывной волной. Я жив, цел, орел. Все хорошо, не переживай. Да сейчас иду, подожди. Они не дают мне возможности. Ой, кажись, мы падаем. Ой! Твою дивизию. И что делать? Ладно. По веревке наверх. Поднимаемся. Главное, чтобы меня не пристрелили. Напряжение, конечно, на пределе. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Беги, брат. Да поднимайся, ну давай, Нейта, ну быстрее. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Вот это да!
Все наследие ЮНЕСКО, блин, распотрошили. Спасибо. Спасибо, брат. Так, бежим дальше. Просто беги, брат. Просто беги. Долбим, 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 еще долбим. У нас другого пути здесь нету. Да яй-яй-яй. Да что? Да на этом держись. Кобздец! Твою дивизию! Ай! Ай! Прыгай! Так, я покажи. Пока живой, спасибо. Ленка мне пиздюлей вставит, за когда вот узнает, что я тут делал. Все? Да что с такой... Ладно, попробуем еще. Все на соплях здесь. Все реально на соплях. Все, они вроде бы от нас отстали. Они думают, что мы умерли. Ну и правильно, пусть думают, что мы умерли. Меньше знают, крепче спят. Ах ты, падла! Крысу напала, крысиная ты овца! Надин, рад тебя видеть. Все, Манго, Манго! При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Мне кажется, она меня хочет, поэтому не убивает. Вы с братом лучше всех на этом острове. Умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Спасибо, брат. Так, вдвоем мы ее, наверное, отмутузим. Нет. Не отмутузим. Я не хочу с ней драться. Она же по яичкам бьет. Тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Ох, боже, яиц ей, конечно, не отнимать. Ну пошел давай, на! Ой. Да бляха, она писит какая-то конченая. Достал этот остров! Достал твой брат! Да нормальный у меня брат! А я-то что тебе сделал? Ёпта, баба нас разносит, я даже ничего не могу... Мне не дают ее даже ударить, они специально так сделали. Не трогай моего брата! Давай, может, договори... Она слишком сильная, и, блин, вот это вот... Твою дивизию, ну спасибо. Ой. Куда я иду? Куда я иду? На! Ой! Ой! Твою дивизию, твою мать. Поднимайся! Поднимайся! Давай, давай, давай. Ой! Ты шустрая, но недостаточно. Да, оставь ее. Надо выбираться, пока они... Эй-эй-эй! Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Да Надин может ему по яйцам сейчас дать и все. Сэмюэл. Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен, хочешь рискнуть? Ну давай, стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Я, по-моему, в ноги выстрелил Рейву. Один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все.
Не беспокойся, Надин, не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно! Ты уже победил, расслабься. Ты ж бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты! Мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Сэмюэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив и даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, Рейф. Ты совершаешь нет, ошибку! Стой, послушай! За что? Этому прострелили плечо. Я... О, господи! О, Лена! Эй! Нейт! Как мило. Но все время следовало мне за мной по пятам. Моя хорошая. Моя курочка. Ну, мы приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. Ну? Взлом с проникновением. Статья наша первая, да? И мы на месте. Ух ты. Братья Дрейки. Домище. Да. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем ход. И устроим себе экскурсию. Блин, красиво здесь.
Ну, попытка не пытка, знаешь ли. А где мой брат? Может быть, надо через какую-нибудь другую дверь зайти? Монашки меня точно потом заколебут. Будут ругать меня по полной. Чего ты бегаешь? Ладно, давай с той стороны зайдем. Так вот, я иду. С этой же? Ты имел в виду? Эй, Нейт, смотри, окно открыто. Где ты, как ты это увидел? Так, иди за мной. А я, ну-ка, а меня? Давай руку. А меня? Я слишком маленькая, я не достаю. Где он видел открытое окно? Вообще не вижу открытое окно. Ну что, пошли? Вот это открытое окно? Ну я не могу. Я не могу, у меня не получается. А, вот это? Фига ты глазастый. Давай, Нейт. Ну так я иду за тобой, ты мне тут жопой своей путь преградил. Я бы с удовольствием бы зашел уже. Тут красиво. Какие-то сокровища, побрякушки. Да, держи. У меня два. Спасибо. А мы какую-то конкретную комнату ищем? Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Тут ничего. Тоже, видимо, какой-то исследователь. Какой-то археолог. Мисс Эвелин, Кеничиро Намба, на вашей лекции в клубе. Кеничиро Нимба. Я не знаю, кто это такой. Мы его за всю игру ни разу не встречали, этого Кеничиро Нимба. Но цацак у него тут завались. Не-а. Не, на чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Тут прям так много пыли. Спускаемся. Ну давай. И как нам их найти? Мамины тетради? А ты не помнишь? А, точно, мы же за мамиными всякими штуками сюда приехали. Да помню. Всё, я вспомнила. Чердак-то огромный. Это ж как иголка в стоге сена. Да ладно, найдем. Какой-то чел купил предметы нашей мамы, которые мы приехали сюда искать. Все, я вспомнила. Ага, белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет, это не мамина. Но ты все равно молодец. Давай искать дальше. У нее личный дневник в белом переплете. О, смотри, какая вазочка. Слышь, Сэм, может, я сбрендил, но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Ну да, стопудово подделка. Да мне кажется, нет. Это детская комната, все блин завалено вещами. Дорогой Эдди, привет из Перу. Твоя мама занята приготовлениями. С любовью, папа. Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? О наших вечных переездах. Точно. Папа еще говорил, зачем их распаковывать, все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. Никак. Ну-ка, давай вместе. Готов? Ай! 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 О! А это что? Вот это я люблю. Египет. Ого. Это саркофаги какие-то. Ага.
Посмотри. Да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм? Настоящие? Что это за место? Ну, надо узнать. Ну, какой-то крутой археолог здесь или расхититель сокровищ. А этот древнеримский. Третий, может, четвертый век. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. В учебнике по истории. Лежачие фигуры. Работы этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похоронены вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Да, тут прямо как в музее. Да вообще не говори. Может, у них и динозавры есть? Ть. Не удивлюсь. Блин, да, было бы прикольно. Погнали искать мамины вещи. Тут прям все в этом. Прям везде. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клево. Так, а в этой стороне дома вроде бы все относительно спокойно. Еще одно письмо. Эх, я б что хочешь отдал за такое приглашение. Праздничный вечер, бесплатный бар. Ну, к сожалению, не повезло вам. Эту я уже читал. Да? И как, интересная? Вообще-то суперская. Она про первую женщину-европейку, побывавшую в Лхасе. Понаставляли отпечатков, куда блин. Поедем? А? Ну куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну да. Так, ну... Индия. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится. Советский Союз. Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Да, нормально все у нас тут, классно. Стильно, модно, молодежно. Эй, какие доспехи. Смотри. Я настоящий римлянин. Дурачки. Это мое плодородие. Эй, ты не слишком ленив, чтобы на такое смотреть. Нормально. Ух ты, стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка. Дядя, можешь себе позволить этот? Да любая будет получше. Класс, тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Блин, ну чел прям очень любит древность. Было предостаточно. Да. Но последняя вечеринка была очень давно. Да, они, интересно, уехали. Рыцарский доспех. Французский вроде. Эй, может, не стоит фонариком прямо в окна-то светить? Судя по письмам, здесь давно никого не было. Гонг с драконом. Откуда-то из Юго-Восточной Азии. Побалуемся. Одна в походе. Женщина в походе. Женщина, не ты. Эй, тут у них твоя любимая книга. Про пиратов. Какая? Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных знаменитыми пиратами. Скорее уж, всеобщая выдуманная история. Даже автор не настоящий. Блин, дом реально здоровый. Мы тут полгода будем искать нужную нам информацию. Японский. Да, а герб-то узнал? Листья Алтея. Это... Сейчас, не говори, не говори. Клан Токугава. Да, молодец. Смешно.
Я настоящий самурай. Да, братан, ну не толкайся, ну не толкайся, ну... Ну дай пройти. Музыка что-то не работает. А, не работает. Ха, отлично. Так хоть повеселее. Да, но мне кажется, дома кто-то может быть дома. Извините, я человек разносторонний. Какая-нибудь типа уборщица или типа того. Заперто. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Да что-то все заперто. И чё? Точно. Мы можем по шахте пробраться. Не мы, а ты. Ты что? Меня подсадишь? Я туда не влезу. Ты справишься? А ты что? Типа сомневаешься? Ладно. Ну тогда дерзай. А как? Выключу на всякий случай. Тебе не нравится? Ну, готов? Опа. Опа. Выпал полароид. Может, полароид? Снимочек? Дай-ка сюда. Походу, работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Дурачки такие. Не теряй. Глупые такие. Милашки. О, мы прям миленькие. Ладно, полезли. Только не грохнись. Да нормально все будет. 100 раз так делал. Ой. О, нет. Ой. Я, конечно, такой парень. Ошалевший. Почему вообще вот они уехали из дома, а сигнализации нету? Полезли. Вот. Так, подожди, а здесь может быть блестяшка? Здесь ничего нет, никакой блестяшки, никакого праздника, вообще ничего. Где ж мамин блокнот-то? Ой, тут по... Тут, походу, кто-то так. Умер. Я залез. Можешь дверь открыть? Отсюда тоже не открыть. Смотри, может, там есть ключ? Да, сейчас. Кодеин. Куча таблеток. Представляешь, каково это найти такой артефакт? Ну, это их семья. Ну? Кто-то погиб. Нашел. Судя по всему, женщина, судя по браслетам. А мужчина, наверное, не справился с потерей. Эвелин на похоронах отца. Короче-то какие-то у них мутки здесь. Ладно. Откроем брату дверь. Ну, что там? Да ничего. Никаких дневников. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Пошли. А ты ее сможешь открыть? А, у меня же теперь есть ключ, он универсальный. Подходит к любой двери. Ого. Море дневников. О, кабинет. Ну, поищем.
А наверняка мамкины-то эти захотели забрать, потому что там подсказка к Эйвери, да? И поэтому решили забрать. Ого. Это ее? Сэм. Нашел что-нибудь? Вот они! Райские богатства? Ну, а мама тоже у нас была такая. Генри Эвери. Захват Ганки Савая. О, что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно. Прости, Нейт. Бабка. Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, но вам надо портить жизнь двум пацанам. Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Мерзкая дрянь. Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи. Ну да. Вот это... Мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган. Здрасте. Господи. Я сейчас приду, досмотрю под сцену. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Сейчас бабка такая... Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы с вашей мамой думали иначе. От мечты узнать тайны этого пирата мне тоже придется отказаться. Как и от многого другого.
Извините. Старушечья болтовня. Вот. Это не только мое, но и ваше. Кто знает, может, однажды вы закончите то, что она начала. Вот черт! Значит, вы сдавать нас не будете? С копами я разберусь. А вы сами вошли? Значит, сможете сами и выйти. М? Да. Ну-ка. Спасибо. Вы извините нас. Все, давай, Нейт. Пошли. Вам плохо? Ой. Господи. Нет, 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 нет. Эй! 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 Сэм? Мэм? О, это черт! Полиция. Что у вас? Все, надо валим. Что-то сделать! Да, надо ноги уносить! Нельзя ее так бросать! Ей уже ничем не поможешь. Давай, надо бежать, если копы увидят нас тут с ней! Мэм? Нейт! Надо бежать! Быстро! Да, жалко бабульку. Недолго она с нами была. О, черт! Окно! Окно! Быстро! Так, ты пойдешь наверх. Ты со мной. Ну, на этой нотке тогда на сегодня и закончим. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Вот, а мы тогда увидимся с вами в следующей. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживать лайком. А я пойду кушать, пожелайте приятного аппетита. Пока.